Всем большой привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, по моим меркам, небольшая распаковка будет. Новинки 7-го каталога, просто заказы и то, что надо было, то, что докупила в рамках еще программы Faberlic Drive. Вот, с самого начала я хотела бы еще поблагодарить всех, кто заходит на мой канал, кто смотрит, оценивает, кто ставит лайки, тем более пишет комментарии. Это все способствует продвижению канала. Я вас всех благодарю за любые комментарии. Они приветствуются, конечно, и за критику в том числе. Итак, начнем. Я держу здесь то, что я давно хотела. Уже очень давно, с самого начала, как они появились у нас в новиночках. Это скатерть. Скатерть из серии «Солнечный лук» из коллекции. Размер 145 на 145. Состав 100% хлопок. Произведено в России. Почему я хотела? Потому что я очень люблю такие орнаменты, цветочные узоры. Они как-то вот добавляют настроение, лето. В жизнь вообще. И сами тона, вот такие вот розово-лиловые, зеленые, они вот как-то успокаивают. И летом хочется, конечно, что-то такого вот радующего глаз. Вот. И что еще по размеру 145 на 145 подходит на мой квадратный стол. А то я вечно мучаюсь. Так, я буду распаковывать потихоньку. Я вечно мучаюсь с какими-то длинными скатертями. Они, конечно, не подходят на мой стол, на тот. И получается, что не могу их взять. Либо приходится обрезать какие-то такие вот моменты есть, и мне это прям не нравится. А здесь уже обработанная готовая скатерть 145 на 145. А стол у меня, я даже не знаю, то ли метр на метр, то ли метр 10 на метр 10. Ну, в общем, он квадратный. Мне нравится, что и в подарок можно такую скатерть. Она упакована очень красиво, очень хорошо. Так, сейчас мы это уберем и попробую показать. Здесь орнамент, он вот белая, то есть скатерть сама белая и молочная, такой орнамент идет, а сверху уже вот эти цветы зеленые, розовые, то есть вот так, вот здесь видно. Сейчас попробую вот увеличить, и будет, наверное, лучше видно, если на свет. Она прям вот рисунком идет, здесь рисуночек. В общем, такая интересная, красивая скатерть. Я не знаю, как постелить. Ой, постелить, попробовать. Ну вот будет вот так как-то смотреться. Вот. Не знаю, как опустить вот так на столе. Ну, потом я сфотографирую, наверное, приложу как-то фото. Потому что так непонятно уже на столе. И вообще, подойдет ли мне 145? Немного ли будет опять мне для моего стола? Но думаю, уже 145 это намного лучше, чем какие-то на 2 метра, еще что-то. Так. Дальше я покажу вам коробку. Коробку своего любимого кетчупа. Здесь 6 штук должно быть. Так, я не отдалила. Так, вот, отдалила. Так, значит, один шашлычный. То есть пока я хотела 2 классических и 5 шашлычных. Или 3 классических и 5 шашлычных. Ну, в общем, пока я думала, шашлычного кетчупа вообще не стало. Осталась вот одна штучка, которую я, собственно, и взяла. И вот классических сколько я тут заказала? Так, 2, 5. Вот таким вот образом. Я прям мучаюсь уже с кетчупами, потому что в магазине продают такие невкусные кетчупы. Я люблю только Балтимор из всех, что продают острый, и его нет. Поэтому, вот поэтому, собственно, я жду, пока в Faberlic появится кетчуп, потому что Faberlic, он вкусный, правда вкусный, просто он не острый. Это его большой, огромный минус, что нет острого кетчупа. Но он натуральный, он вкусный. И я, конечно, набрала. Сегодня зашла, посмотрела, есть шашлычный. В общем, я взяла еще там кучу, целую штуку 5 там, или 6 опять. Пусть будет. Я вот не знаю, где его срок. Тут 9 месяцев, но... А, вот. Так, сейчас я попробую посмотреть. Тут очень-очень плохо видно. Так, он у нас 12-23-го. Так, 29. До декабря 23 года. Так что все, пусть лежит в холодильнике. Я запаслась кетчупом надолго. Правда, надолго это еще как сказать. Я без кетчупа вообще кушать практически не сажусь. Поэтому, ну, на месяц, полтора, наверное, хватит. Вот, дальше мыло для кухни. Я его открывать не буду. Это алоэ, имеет такой нежный, приятный, нейтральный аромат. Он содержит антибактериальный компонент. Вот получается, только в этом отметочка стоит мыле, что он содержит антибактериальный компонент. Крутое мыло, аналогов очень крайне мало. Если найдете, он будет стоить не такие деньги, это точно, в раза в 3. Я как-то видела, раза в 3 было дороже. Ну, понятно, за те деньги я его не куплю.
Так, оно устраняет все запахи. Вот можно почитать. И неприятные запахи, и можно посуду им помыть, и можно руки помыть. Лук, чеснок, не знаю, все, что только можно. Даже не только лук, чеснок, это только кухонные запахи. А вот бывает, что что-то делаешь, ну, не знаю, что имеет какой-то неприятный аромат, там на руках остается. Или там уборку даже какую-то, резиновые перчатки. Вот раньше были, я тоже убирала вот этот неприятный, неприятнейший вообще запах вот этим мылом. Ну, в общем, все убирает. Тут прям все-все-все. Так, что еще у меня такое для дома? Вот тут вытащила. Вот это заказано. Универсальный спрей-пятновыводитель. Тоже заказ идет. Это такая палочка-выручалочка. 30-151 артикул его. И любые свежие пятна он удаляет. Очень удобно в форме спрея. Тоже открывать не буду. Там вот распыляешь его на пятно, если особенно свежее. Трава, кровь, ручка, жирные какие-то пятна. Вот все подряд. Если вовремя это все сделать, то пятна не будет, и следа даже от него тоже не останется. Йод, все что угодно. Конечно, устоявшиеся такие пятна, которые долго, они, ну, этим спреем, может быть, и не выведет. Вот, и дальше. Влажные салфетки для удаления пятен. Это тоже для свежих пятен. Они вот сразу капнули кофе, куда-то пошли, например, как у меня было, я капнула там вино, ну, пятно прям видно на белой блузке. Это было, конечно, в начале вечера, неприятно. Вот даже помада нарисована. Ну, в общем, хорошо эти салфетки были со мной, они вообще всегда со мной, особенно у кого дети. Ну, всегда у меня и в коляске, и в сумке, они везде, вообще везде. Такие не очень прям огромные, нормальные, среднего размера, пропитанные лосьоном пятновыводящим. Все прекрасно, сразу потерли и тоже пришли домой, застирали, и ничего не останется. Кофе, вино, шоколад. Ну, в общем, классно. Я считаю, такая вещь вообще у всех должна быть. Артикул я, не знаю, найдусь. А вот 30552 артикул. В общем, всем советую, рекомендую. Эта вещь прям одна из таких, которые вот прям должны быть у всех. Давайте тогда сейчас то, что в заказе, покажу, что я все равно открывать не могу. Сейчас 6 кремов должно быть. 3 облепиха из них, 2 алоэ и один у нас шиповник. Да, роза. Розой пахнет, мне так нравится. Но вот эти, кстати, облепиху я вообще не люблю аромат, поэтому я себе такое не куплю. Вот, но кто, ну, кто пробовал, заказывает еще. Нравится. Нравится и по действию нравится. Вот алоэ тоже, не знаю, спрошу потом отзыв. Может быть, себе потом закажу, потому что прям очень интересно. Я знаю, что эти на подарок. Ну, там, если получится отзыв взять, то возьму. Если нет, то нет. И шиповник. Он розой пахнет, вот этой розой шиповника. Мне просто тоже бесконечно нравится. Вот этот аромат мне очень нравится. Роза. Прекрасно. У меня просто кремов много, поэтому не доходит дело для того, чтобы попробовать. Так. Дальше. Буду уже теперь брать то, что руки само лезет. Давайте возьму новинку этого каталога. Я уже попробовала, но не удержалась. Вчера мне пришло. Сакура. Это зубная паста из новых Амигаки. Она у нас комплексный уход. Так. Дата 12 апреля 2023 года. Вообще свежайший. Способ применения. Ну, тут понятно. Состав. Так, вряд ли что-то прочитать. Можно безопасно при случайном проглатывании. Вот, и что хочу о ней сказать. Она, как и все те предыдущие, две предыдущие были, они держат вообще шикарно. Прям здорово, очень долго без налета. А вкус у нее мятный, мята остается. Давайте как-нибудь нанесу так, выдавлю. Ну, вот. Она вот такого розового, прям розового цвета с блестками. Она кремово-гелевая какая-то. Смотрите, с блестками. И аромат вишневый цвет. Ну, сакура. Так. Вот, как-то попробовать нам. Ну, вот, на свет она прям переливается. Вся блестит. Аромат приятный. Ой, приятный. Прям вишенка чуть-чуть еле-еле. Не ядреная такая вишня. Ну, правда, приятная. Частички вот. Частичек вообще не чувствуется. То есть она вот такая гелевая. Смотрите. Гелево-кремовая. Что-то между. То есть когда выдавливаешь много, она как будто крем. Ну вот на самом деле она вот как-то, вот видите, расходится, как гель какой-то такой интересный. В общем, интересные такие, смотрите, блестящие. И блестки, я думаю, что это, скорее всего, какие-то частички абразивные такие. Прям мягкие-мягкие какие-то. Такие вот они чистят. Чистят шикарно. Но у меня еще щетка силиконовая, поэтому
в совокупности они доводят зубы прямо до такой гладкости, что... Ну, в общем, комплексный уход. Я думаю, она будет тоже приятна, особенно кто вишневый цвет любит и кто кому вот не должна быть паста прям мятная, именно мятная. Ну, я думаю, что понравится. Мне понравилось, прям понравилось. Так, сейчас смою и вернусь. Так, в общем, я смыла и вот нашла 4 пасты, новинка 6-го каталога. Еще осталось у нас женьшень, тоже будет попозже. Вот, это, в общем, японские ингредиенты содержат эти пасты, традиционные. То есть в Японии они привычные. И теперь будем пробовать мы. Вот, произведены в России, в Москве. Так, вот еще тогда, раз уж я взяла каталог, покажу подарок. Новая тоже мискини, сейчас посмотрим. Так, а что у нас здесь? Ночной. Так, ночной и крем-блюр. Вообще шикарно. Подарок будет. Так, надо будет зарегистрироваться у нас, конечно же, первым шагом. Вторым шагом сделать и оплатить заказ на сумму от 1500 в ценах каталога. Уже сразу 20% скидка, когда применится, это будет 1200. Так, с 17 апреля по 7 мая, то есть этот период 6. И в следующем каталоге от заказа, ну, при заказе от 1000 рублей, опять же, что я сегодня так заговариваюсь? В ценах каталога это 800 рублей будет уже со скидкой. Ну, в общем, вы получаете два дорогих крема. Подарок очень хороший, не считая того, что здесь акции, куча всяких на любой вкус. Так что проходите по ссылочке внизу, регистрируйтесь и получайте подарки. Кроме подарков, еще у нас 9 распродаж сейчас. У кого-то в регионе еще по срокам годности, то есть может быть еще плюс одна. Так что есть из чего выбрать, это однозначно. Вот еще новинку взяла 7-го каталога. Так, вон мне паста осталась. Так, новинка 7-го каталога, это шампунь-бальзам 2 в 1. Он у нас с защитой от солнца. Давайте попробуем что-то прочесть здесь. Для всех типов волос, предотвращает сухость и ломкость волос от воздействия солнечных лучей, обладает так, кондиционирующими свойствами, делает волосы мягкими и шелковистыми. Мои волосы он не сделал мягкими и шелковистыми, сразу говорю, я утром уже не удержалась, попробовала, у меня волосы стали пушиться. Ну, в общем, моим волосам вообще 2 в 1 не подходит, хотя текстура у него кремовая, такая, как я люблю, но нет. Я не знаю, возможно, будет сейчас. Посмотрите. Ну, вот он на свет. Он перламутровый, красивый, белого такого цвета. Такой вот беленький, перламутровый, с блесточками тоже. Аромат. Ой, аромат какой-то парфюмерный. Что-то... Я даже не знаю, что за... Как описать. Что-то фруктово-цветочное. Фруктово что-то цветочное такое. Флакон маленький, 150 миллилитров, открывается таким нажатием, но выдавливается очень, видите, тугой, прям тугой такой флакон, он очень плохо выдавливается. Ну, если постараться вот так вот перевернуть его, он сам, конечно, чуть-чуть надавить, и он сам потечет. Для меня это не проблема. Оформление красивое, очень красивое. Аромат мне понравился, аромат на волосах нет, вообще не держится долго. Ну, мои волосы распушил до невозможности. Мне нужно именно шампунь и бальзам. Не 2 в 1, а прям вот отдельно. Поэтому, ну, я допользую, хорошо, что маленький флакон, но я, наверное, больше его не возьму. Вот. Ну, посмотрим, до конца уже я его использую, конечно. Я взяла маленький формат, мне понравилось, потому что я хочу с собой взять на юга, и удобно будет вот такой маленький вести. Просто как новинка, я уже не стала его заказывать туда сразу и решила протестировать дома. Вот еще такая новиночка. Это взяла для дочки. В серии Ума появляется бальзам 3+. Дочка, конечно, уже его увидела и не спросила даже разрешения, можно или нет. Ну, конечно, девочка, 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 ей было очень интересно. И она даже оставила уже свой отзыв. Ровная, ну, никакого там ни наконечника, ничего. Так, это можно посмотреть. Ну, в общем, аромат у него какой-то, как какие-то конфетки. Даже я бы не сказала, вроде аромат апельсина, но ну, какой-то не совсем апельсиновый, он какой-то конфетно-апельсиново. Сладкий, что-то, ну, конфетка такая. В общем, он, раз она уже нанесла, я попробую тоже на руке. Мягкий. В общем, она сказала, губка мягко, ей понравилось, вкусный аромат. Ой, ну правда, вкусный такой. Вкусный аромат, но я, наверное, даже не буду его. Так, артикул, сейчас посмотрим, не сказала. Это тоже новинка 7-го каталога, 0939. Оставлю так. Ой, куда полетел, побежал.
Ставлю так. Ну, в общем, она будет пользоваться. У нее там чуть-чуть совсем осталось. У нее сейчас есть в пользовании. Чуть-чуть. Так что этот будет следующим. Следующая новинка. Не попадаются уже тут новинки. Это у нас сыворотка для лица солнцезащитная SPF 15. Вот мне нравится, что 15, потому что кожа у меня смуглая. Мне 15 хватит. Антивозрастной уход. Хотя, я не знаю, у меня муж такое средство просил. Может быть, я это ему оставлю. Ну, посмотрим. Если ему понравится, то пусть забирает. Так, средство защищает кожу от широкого спектра излучений UVA, UVB и вот это вот, я не знаю, HEV. Это вот не знаю, это надо будет почитать. Я таких что-то не помню. Так, невесомая, водостойкая, комфортная формула. Результат: мягкая, увлажненная и эластичная кожа. Защита от солнечных ожогов и преждевременного старения кожи. Так, быстро впитывается, не смывается в морской воде, легко распределяется. Так, масло манго. Низкомолекулярный гиалуронат натрия, триголоза, витамин Е. Буду смотреть потом состав. Так, способ применения. Тоже есть. Каждые 2 часа для поддержания защиты. В общем, я буду это изучать. Пока, конечно, получила. Честно говоря, не было времени посмотреть. 13,79 будет его артикул. Так, как его аккуратно открыть, а то вечно я все рву. О, нашла. Вечно я рву упаковки. Мне это не нравится. Такая малютка. Здесь сколько у нас? 30 миллилитров. Тоже 10 апреля 23 года произведен. Аромата у него нет. Я открыла, просто посмотрела. Такая помпа. Я, конечно, его еще не тестировала. Так вот прям. Я просто аромат послушала. Так, сейчас. О. Ну, так выдавливается не очень много. Аромат у него кремовый. Просто такой вот крем. От такой одушки прям нету. Какой-то особенной одушки. Просто крем и крем. Я люблю, чтобы одушка была. Как молочко, что ли? Ну да, такое как. Легкое средство. Кстати, зубную пасту, когда смывала, прям до скрипа. Это место прям, ну вот разносится, конечно, чуть-чуть белесость есть. Чуть-чуть. Ну, я думаю, вот она впитается. Ну-ка. Я, наверное, много, конечно, на руку-то. Ну, сейчас вот так разнесу побольше. И посмотрим, как она будет впитываться. Да, аромат, ну, такой приятный, кремовый, молочный такой какой-то. Вот. Так что посмотрим, если мужу понравится, пусть забирает себе, а я потом возьму. Так, что у нас еще? Ну, вот, ладно, новинки так новинки. Давайте посмотрим. Взяла одно мыло. Конечно же, смородина. Я же люблю смородину. Это смородина у нас и, что там, черника. Так, артикул. Артикул будет какой у нас? Так, не знаю. Какой будет артикул? Сейчас только поищу. Вот нашла артикул. Он здесь, оказывается, прям внутри. 28,79 будет. Ну, они в каталоге есть. Их 4 вида, как и гели для душа. Так, сейчас, ну, как конфета какая-то. Честное слово. Сейчас буду открывать. Открыла. Но они очень маленькие, по 40 грамм. Значит, фиолетовое такое оно, лавандовое и розовое. Значит, аромат у них разный, не смешанный, как в геле для душа. Очень приятные, кремовые. Прям держать в руках безумно приятно. Но здесь, я не пойму, она... Ну вот аромат мыла, но смородина... А, вот здесь смородина. Розовая это смородина, а вот это черничная, это получается... Да, это черничная. Как конфетки какие-то. В общем, вот такие мыльца у нас будут. Интересные новинки. Что хочешь... На любой вкус, цвет и запах. Ой, мне теперь руки пахнут этим мылом. Ну, чуть-чуть присутствует такой мыльный, сам вот самого мыла аромат. И, конечно, вкусные одушки. Такие интересные. Дальше взяла. Это, значит, в паре, по-моему, у нас идут 2 средства. Надо взять, и будет цена пониже. Это универсальный крем для лица, рук и тела. Артикул 29-24. Вот, покажу. Бережно заботится о коже, глубоко питает и смягчает ее. Комплекс омега-кислот и каротиноидов активизирует обмен веществ в тканях, стимулирует восстановительные процессы, оказывает общеукрепляющее действие, усиливает антиоксидантную защиту. Вот здесь у нас 4 масла, получается, идет. Так, сейчас открою. Мне даже интересно, какой аромат. Будем пользоваться, поэтому открываю. Мне не получится открыть нормально. Упала, сейчас раскрою. Так, вот я его раскрыла. Такого
бледно-нежно-желтого цвета. Смотрите, даже не течет ничего, он не жидкий вообще. То есть он будет... Ой, я даже не хочу его пока трогать, нарушать вот эту вот целостность. Сейчас я за кадром нанесу. Ну, в общем, такой крем надо было побольше, наверное. Так вот. Мне уже даже некуда туда наносить. Там у нас... Ну, так, ну что такое? Так, сейчас вот так, да. Вот оно, это место. Вот. Но он плотный, не знаю, будет ли он впитываться быстро. Ну, при своей плотности он впитывается достаточно быстро. Кстати, это тоже впитался уже. Но этот прям чувствуется. Прям чувствуется вот это питание, вот эти масла. Так, я нашла тут какие масла. Так, льняное масло, облепиховое масло, оливковое масло и кунжутное. Аромат у него льняного масла. У нас есть дезодорант лен. Вот такой аромат у него. Нежный, нежный, приятный. Ой, мне определенно очень нравится аромат. Я люблю такие ароматы. Вот серия. Я не буду брать ночной-дневной крем. Пока что мне это питание на лето. Я очень сомневаюсь, что нужно. Моя кожа не любит летом подобные вещи. И взяла в пару гель для умывания. Ну, конечно. Как я могла не взять гель для умывания? Вот такой тоже гель. Так, идеально подходит для бережного очищения кожи. Удаляет загрязнения и макияж. Способ применения. Состав. Так, срок годности. Февраль 23-го у него. Дата изготовления. Конец февраля. Здесь запаяно. Сейчас откроем. Так, открыли. И будем смотреть. Так, у меня уже на руке даже некуда. Вот, выдавлю чуть-чуть. И поставлю. Ну, вот смотрим. Гель. Потек обычный такой прозрачный гель. Так, аромат. Аромат у него. Вот у него немножко другой аромат, такой более зеленый. Хорошо, что я не слышу облепихового масла здесь. Оливкового здесь масло скорее идет. Здесь льна не слышу. Но тоже такой зеленый, приятный. Такой весенний, летний аромат. Так, пойду тогда смою. В общем, я умоюсь этим гелем и потом подпишу, сушит кожу или нет. Так, по-моему, последняя новинка — это в маленькой коробочке кислородный бальзам. Так, артикул 1351, такой малышек. Вот технология Never Stop Energy. Три уникальных компонента для доставки кислорода и активации его использования каждой клеткой для эффективного синтеза энергии. Ну, в общем, кислородный бальзам — тут вот способ применения. Вот такой способ применения. Ну, кислородный бальзам, я думаю, что знают многие. Это такое средство, которое должно быть, я считаю, у всех. Охлаждает. Так, вот, сейчас покажу. Ну, здесь, если что, что можно прочитать, я не знаю. Здесь просто средство. Так. Ну, в общем, нанести просто средство на очищенную кожу. Можно под крем. 1351 будет его артикул. Ну, если... Так, он запечатанный. Вот такой голубенький он. Ну, тоже давайте вот. Он жиденький достаточно, поэтому его надо аккуратно. Здесь самая максимальная концентрация новафтема. И за счет этого вот, ну, он прям гель такой, как водичка уже становится, разносится. Охлаждает. Вчера как раз я использовала. Вчера использовала, ну, у меня обычная, конечно, упаковка. Я делала карбокситерапию, через полчаса мне идти за дочкой, а лицо красное-красное. Думаю, что же делать, вспомнила, что кислородный бальзам у меня есть, нанесла. Даже не помню, когда прошло там что. В общем, вышла я и пошла уже, совершенно кожа пришла в нормальный свой вид. Так, я думала, новинки все. Оказывается, вот еще спрей вуаль для интимных зон. Это у нас тоже новиночка. Так, я лучше вставлю очень мелко, я вставлю... Что он делает, наверное, как-то из каталога или не знаю, где найду. Нежный спрей с шелковистой текстурой. Очень трудно. Подарит коже свежесть, увлажнение и уход. А также оставит на ней невесомый приятный аромат. Так, ну вот, в общем, я либо как-то напишу, потому что это новинка, информации вообще сейчас мало. Давайте просто вот она спреем буду использовать, поэтому открываю. Так, сейчас аромат. Послушаю. Ой. Вишневая косточка. Ну вот зачем в таком средстве вишня?
я не знаю, был вот в Лунике серии, вот такое, как, да. В Лунике было средство, там аромат такой нежный, чистый, прекрасный, а здесь, ну вот, не знаю, видно, ну вот, видно. Ой, нет, ну это вишня, я даже не знаю, я планировала использовать это средство, как вот, как дезодорант, спреем дезодорант, именно не антиперспирант, а вот чтобы как дезодорант, но это вишня вообще ни к чему. В общем, не знаю, мне не понравилось пока что, на первое впечатление у меня от него не сложилось хорошее, немного даже разочарование какое-то. Так, теперь еще хочу сказать по здесь, да, по кремам. Вот эта сыворотка у нас была, она, ну вот, не липкая, но чувствуется. Чувствуется, что она есть. У меня на руке крем. Вот этот Омега Хит был. Вот здесь немножко. Он вообще не чувствуется, как ни странно. Вот это питание, никак не слышно. Оно чувствуется, ощущается. Но самого крема нет. Здесь бальзам был. Ну, здесь вообще кожа. Как будто ничего нет. Кожа не чувствует его. Он вот впитывается, и все. То есть сухая такая остается. Без всякого крема или еще чего-то там. И аромат, кстати, мне больше нравится у вот этого средства, получается, кислородный бальзам. Его можно наносить на ожоги, оно ожоги очень хорошо успокаивает. В общем, когда кожа горит, его наносим, и кожа успокаивается. Вот, и аромат у него такой свежести, чистоты, какого-то легкого бриза. Даже что-то вот в морскую тематику уходит. Я называю эти ароматы чистоты. Легкость, свежесть, чистота, вот такое что-то. Я люблю такое. Так, ну он прям слышный такой яркий аромат. Дальше взяла себе, вот иди прочитай, что это. Размягчающий гель для маникюрных и педикюрных ванночек. Артикул. Где его найти? Так. А, вот. 148,98. Что за средство? Сейчас я открою. Аромат у него сладкий, каких-то тоже конфеток. Вот он оранжевый. Ой, гель. Ну, прям гель. Вот видите, он полился такой. Вот. Вот такой, ладно, вылью, покажу. Вот такой гель, в общем, буду его... Ну, конфетки какие-то. Так, теперь придется идти смывать этот гель. Так, придется идти смывать этот гель. Да, в общем, аромат такой конфетный, сладковатый. Ну, в общем, давно я что-то не использовала в ванночке. Вообще, надо мне опять это все дело вернуть в свое использование, и руки будут благодарны. Так, дальше взяла детский... шампунь-гель из серии Ума для душа 3+. Манго. Так, манго. Дочке взяла манго. Я не знаю, смогу так открыть. О, так смогу открыть. Вот он оранжевый, тоже сейчас как бы не вылился. Так. И сюда. Ну, вон он. Такой вот оранжевый манго. Ну-ка, манго пахнет. Ой, манго пахнет, да. Я брала как-то, но я его отдала. Вот, буду оставлять дочке. Может, и сама буду пользоваться. Ну, посмотрим. Также в заказе пакет. Это М. Размер М. Оранжевый. Мне очень нравятся эти пакеты. Это я взяла для того, чтобы положить заказ в него. Вот я положу заказ и отдам. Так, что здесь? И взяла я в прошлом заказе, брала вот эти таблетки для посудомойки. Я взяла еще 2. Пусть будет. Сейчас я уеду. Конечно, муж не будет заморачиваться с нашими обычными. И... точно знаю, ну, то, что с оберткой надо там снимать обертку. Вот эта разлагаемая таблетка вся полностью положил и забыл. Так, срок годности вот 22 года. И сколько тут у него срок годности? 24 месяца. То есть до 24 года, до января, конечно, не используются. Даже я приеду. Вот. Их уже не будет до того, как срок выйдет. Даже если срок выйдет, то ничего с ними не случится абсолютно. Буду, не знаю, еще, может, потихоньку брать. А рассказывать о них много не буду. Проходите, смотрите предыдущий обзор. Взяла еще 3 БАДа. 3 БАДа. Теперь вот буду думать, какой из них какой. Так, это антипаразитарный, похоже. Сейчас. Так, это, похоже, антипаразитарный. Так, где тут что прочесть? Так. В общем, не написано, только по-английски. Производилось это, похоже, так, в Америке еще. Так, да, США, в Калифорнии производилось это еще. Это еще, значит, та партия. Так, посмотрим. В общем, буду я их... Так, я еще брала
для костной ткани. Так, и еще какой-то я вот уже сейчас буду вспоминать. В общем, антипаразитарные. Ой, какие они огромные капсулы. Они все такие, что ли? Нет, по-моему, для нервной системы. Не такие ли? Мне так кажется. Ну, прям огромные. В общем, там какой-то коричневый порошок. Состав я... В общем, пока так. Состав я приложу. Но здесь вот можно прочитать. По Д'Арко. Муравьиного дерева, флоэмы, порошок, имбиря корней, экстракт, целлюлоза микрокристаллическая, растительные волокна. Так, гвоздики, почек, порошок, фенхеля семян, экстракт. Ну, прям такие, наоборот, все. Так, гидроксиметил целлюлоза. Так, это оболочка, стеарат магния, антислеживающий агент, кремний диоксид, тоже антислеживающий агент. Ну, в общем, вот так. Как-то так. И, конечно, биопирин здесь. Это у нас экстракт перца черного, плодов. Так, по 2 капсулы один раз в день. 60, ну, в общем, на месяц. Прям начну уже принимать. Так, дальше еще. Так, это что у меня здесь? Гастрокомфорт. А, вот тут написано гастрокомфорт. Либероверм. Здесь либероверм. В общем, это очищающий. Скорее всего, это гастрокомфорт. Я брала и для костной ткани, да. Что-то у меня желудок стал вести себя не очень хорошо. И я решила, что мне надо. Значит, я решила, прошла тест. Тест здоровья можно пройти, я прикреплю внизу. Значит, в описании под видео. Прошла этот тест, и гастрокомфорт у меня стоял на какой-то там месяц, ну, не на первый, но так как у меня что-то с желудком сейчас какая-то ерунда, я сейчас питаюсь очень нерегулярно, могу поесть, могу не поесть, еще что-то, и вот решила, что, ой, что затемнело, что мне надо. А костную ткань, это уже выдал мне именно программа. Костная ткань, суставы, в общем, да, тут я взяла костную ткань. Давайте посмотрим гастрокомфорт. Так. Вот они все запечатанные так здесь. Сейчас. Начну принимать после антипаразитарных. Так, здесь тоже они такие огромные. Вот. Кто говорит, что БАДы не помогают, я вас прошу, купите одну баночку и потом только говорите, что они не помогают. Я не говорю, что они помогут именно вам, помогут, не помогут. Это вам судить, но судить, когда вы не знаете, что это такое, ну, согласитесь, это не совсем корректно и неправильно совершенно. Так, дальше вот у нас костная ткань. Ну, в общем, я все-таки составы, наверное, прикреплю, потому что их читать очень прям сложно. Они очень мелко, все напечатанные. Так, минеральный комплекс Аквамин, кальция-карбонат 12%, рисовая мука. Ну, в общем, да, тут такие длинные названия. Я просто покажу, что это такое, что они за такие капсулы. Ну, тоже большие, но здесь белые. Здесь белые. Составы напишу. Начну пить после антипаразитарного. Вот я не помню, что мне еще в первый месяц там было. Вот, наверное, по-моему, суставы. Да, суставы и костная ткань. И еще какой-то. Ну, в общем, я буду попозже. А, и для нервной. Ну, как раз для нервной системы я сейчас пью. Наверное, я оставлю. Буду пить ньютоник у меня есть. А потом вернусь уже после антипаразитарного. Все вместе буду уже как по программе. Пойду дальше. Антиоксидантный там у меня еще что-то. Для зрения, для волос. У меня очень ломкие ногти. В общем, буду все это пить, применять и так далее. Посмотрю, что получится. Так, сейчас поставлю это все. В общем, вот такой был у меня заказ. У меня еще следом сейчас идет 3 средства. Наша новая серия — это Мисс Кинни. Еще там просто заказ срочный появился. Ну, в общем, да, заказала. Еще новинки нам дали какие-то там. Уже не помню, что. В общем, еще новинки заказала парочку. Там мало будет совсем, поэтому обзор будет маленький. А тут получился, ну, по моим меркам, вроде как мало, но все равно опять рассказала про все, и получилось опять много. В общем, не судите меня строго. Пишите, кому что понравилось. Пишите, нравится ли вам смотреть длинные распаковки, или короткие, или делить, может быть. Какие-то ощущения ваши тоже от средств, если вы попробовали. Милости прошу. Всем пока-пока. Спасибо большое за внимание.